на плоскости окружность и какая-то точка. Проведем через произвольные две точки окружности и эту данную точку какую-нибудь окружность. Ну, проще говоря, проведем окружность, которая пересекает именно первую. Да? Рассмотрим точку пересечения касательной с прямой, которая является продолжением общей хорды. Найдите множество, точка О дана, радиус этой окружности дан, точка К дана, а вот эту окружность проводим произвольно, чтобы она пересекала данную окружность в каких-то двух точках P. Радикальная ось окружности и точки. Это просто радикальная ось. Радикальная ось чего? Точки и окружности. Точки и окружности. То есть окружности нулевого радиуса и окружности другой. Отлично. У точки М есть степень относительно этой окружности. Да? Заодно расскажи, что это такое. Ну, это квадрат касательный. Есть такая теорема. Квадрат касательный – это произведение, секущее на ее внешнюю часть. Ну, как это доказывается? Нет, это в школьном учебнике есть. Дальше. Теперь. Если я рассмотрю касательную к окружности, тогда... Да, естественно. Ну, значит, m равно hm. Да. Ну, то есть точка m лежит на радикальной оси двух окружностей. С центром в точке O и с центром в точке K. Понимаешь, проблема в том, что они не знают, что такое радикальная ось. То есть ты абсолютно... Нет, 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 Коль, объясни это без радикальной оси. ТМ равняется КМ, это, конечно, хорошо, но дело в том, что точка Т, это не очень понятно, что такое. А ты сделай так, ты вырази отрезок, напиши это равенство, да-да-да, совершенно верно. Да, здесь есть R, постоянная величина, и возведи в квадрат его, конечно. Да. Поэтому, нет, ТМ в квадрате равняется КМ в квадрате, да. Так, теорему Пифагора все знают. Это D квадрат минус R квадрат. Отлично. И значит, это должно равняться КМ в квадрате. По-другому это переписывают так. Разность квадратов расстояний ТМ квадрат минус КМ квадрат – это постоянная величина. D – это ОМ, да. ОМ в квадрате – равняется d в квадрате, ну просто по определению, да, как у тебя там обозначено. Нет, нет, равняется r квадрат плюс km квадрат. А что это означает? Это означает, что разность квадратов om квадрат минус km квадрат равно r квадрат. Да. Все. Ну, тебе надо объяснить, почему, если ты введешь систему координат, почему ты получишь именно прямую. Ну, рассмотрим линию центров двух окружностей. Центр в точке О и центр в точке К. Ну, проще говоря, рассмотрим прямую ОК. Да. Да. Тут существует только одна точка, у которой такое свойство есть, что разность расстояний... Квадратов. Разность квадратов расстояния точки О и от точки К до нее равна радиусу окружности. А тебе не быстрее ввести координаты и написать? Ну. Пусть у точки М координаты x, y, вот это вот ось абсцисс, то, что ты провел, О – это начало координат, вот, у точки М координаты XY, длина отрезка ОК – это некоторая там величина К маленькая. Да, К0. И вот, и после этого быстро просто напиши, чему равняется ОМ в квадрате. Чему же она там равняется? X квадрат плюс Y квадрат, да. И чему равняется МК в квадрате? Отлично. А теперь то уравнение, что x квадрат плюс y квадрат, да помнят его все, x квадрат плюс y квадрат равняется r квадрат плюс x квадрат минус 2kx плюс k квадрат и плюс y квадрат. Смотрите, господа, и что же останется в результате? 2kx это r квадрат плюс k квадрат. Все увидели, да? А это означает, что x постоянная величина. Нам совершенно не важно, какая. Важно, что x некая постоянная величина. Это вот та самая точка, которую он там показывал.
И множество — это вот такая прямая. Спасибо большое, все правильно.